Они сами сделали свой двор уютным и красивым. 10 лет назад Василий и Екатерина Бойко заселились в дом на улице Ленина, 179. На придворовой территории были только бурьяны. Супруги-энтузиасты долго не раздумывали, сразу занялись благоустройством. Посадили деревья, цветы и кустарники. Вот нам никто не помогал, мы вдвоем с мужем. И вот ухаживаем до сих пор. И там вот еще маленькие у нас понасажены, тоже ухаживаем. И вот такая красота у нас выросла. Теперь во дворе настоящее цветочное царство. Вся территория украшена зелеными насаждениями. Выглянув из окон своих квартир, жильцы дома любуются клумбами, на которых цветут розы, гибискус, ирисы, мальва. Растут деревья жасмина, черемухи, абрикоса. Это я лично их посадил, вон какие деревья стоят. Только дом вот этот сделал, я посадил эти деревья. Организовали цветники у входа в подъезд. Старые покрышки покрасили и сделали в них клумбы. Екатерина Федотовна облагораживает двор не только цветущими растениями. На детской площадке женщина покрасила все лавочки и качели. Брать пример с цветоводов-любителей стали жильцы других корпусов дома. По примеру наших пенсионеров из 5-го корпуса мы решили в этом дворе возле 1-го и 2-го корпусов тоже клумбу посадить. Завезли землю и взяли какую-то рассаду у Екатерины Федотовны. Люди собрали деньги, кто хотел, купили розы и высадили их здесь. Супруги Бойко сами ухаживают за клумбами, а те в ответ на заботу цветут все лето. Дворику дома 179 по улице Ленина очень повезло, ведь здесь живут неравнодушные люди, которые создают вокруг себя островки уюта и красоты.